Давным-давно, когда моя старшая дочь была еще очень маленькая, как-то лежа в постели перед сном, она стала мне почему-то говорить вот вещи, которые я понял, что они крайне важны. Она говорит: ну смотри, папа, говорит, какая, говорит, я счастливая. У меня, говорит, два глазика, у меня два ушка, у меня две ручки, у меня две ножки, говорит, и я могу делать все, что я захочу. У меня при этом есть папа и мама, и вот мы живем все дружно и замечательно. Я счастлив. Мы в нашей повседневной жизни много очень, бывает так, жалуемся на то, с какими обстоятельствами мы сталкиваемся. И вот бывает, там произойдет какая-нибудь ерунда, не стоящая даже, может быть, нашего внимания. Люди по этому поводу расстраиваются, впадают в депрессии. Как говорила моя мама, с жиру бесится. Ну, так она говорила, потому что, в общем-то, она была тружеником таким, как она говорит, вот у них других забот нет, они по этому поводу всегда переживают. И вот сегодня у нас встреча с очень интересным человеком, Оксаной Заикиной, которая, скажем так, ну и на примере своей собственной жизни, и на примере, скажем так, наверное, своих друзей, товарищей и соратников, ну, покажет нам или что ли демонстрирует, что, в общем-то, жизнь при любых обстоятельствах может быть и счастливой, и наполненной, и насыщенной. Дело в том, что и сама Оксана, и ее друзья, я так понимаю, это люди с ограниченными возможностями, и они создали такую замечательную совершенно организацию, которая называется «Открытый мир». «Открытый мир» поддержки, значит, это фонд поддержки интеграции, да, и поддержки и содействия интеграции инвалидов. Ну, такое сложное название, я его сразу не запомнил, я прошу меня простить. Но в ссылках, скажем так, и в подписи к этому видео все будет указано, в тексте к этому видео все будет указано, правильное название вашей организации и все прочее. Оксана, такое длинное вступление. Ну, во-первых, я очень рад нашему знакомству. Здравствуйте. Вот мы рады вас приветствовать на канале «Школа здравого смысла». Тем более, ну, скажем так, наше с вами знакомство состоялось через соратничество с таким замечательным человеком, как Роман Август. Мы с ним давно дружим, скажем так, я понимаю, то есть, когда он мне позвонил и сказал, и рассказал о вас, то есть, и в полном восторге, то есть, и он был, и в конечном итоге меня убедил, теперь я тоже в полном восторге. Оксана, Здравствуйте. я Спасибо. передаю сейчас слово вам, я сейчас вопрос задавать не буду, просто представьте, вы впервые у нас на канале «Школа здравого смысла», поэтому я вас не ограничиваю в плане представления, то есть, расскажите немножко о себе, расскажите о том, чем вы занимаетесь, а потом я задам какие-то вопросы. Пожалуйста. Да, здравствуйте, Александр Горнович. Спасибо огромное, да, за такую возможность, за приглашение. И зрителям тоже большой пламенный привет. Я, так сказать, женщина, российская женщина, которая вот возглавляет некоммерческое партнерство информационной поддержки за действие интеграции инвалидов «Открытый мир», да? Внесла небольшую коррективу. У нас большой коллектив, теперь уже после 10 лет нашего становления, роста и развития наших проектов, теперь уже большой коллектив соратников, коллектив партнеров, которые работают в наших проектах, которые направлены как раз-таки на то и нацелены, чтобы помогать людям с инвалидностью, неважно, как они приобрели эти формы инвалидности, могут быть врожденные какие-то варианты. Но на нашей практике мы, конечно же, замечаем, что это зачастую люди, которые получили травму уже в осознанном возрасте, в подростковом возрасте или уже в более таком взрослом, когда, в принципе, человек, находясь в обществе и как бы продвигаясь по всем вот этим стандартам социальным, что нужно закончить школу, получить высшее образование, спланировать свою жизнь, и с ним случается какая-то ситуация, которая приводит к очень серьезным жизненным изменениям и, в первую очередь, к новому принятию себя. Человеку нужно вообще все перестроиться, все свои мечты и фантазии, которые у него были до этого, они как бы разбиваются, вновь создавшуюся реальность, и ему нужно найти пути выхода. Как ему прийти в новом измененном виде, в новый мир и прожить свою жизнь не менее качественно, не менее качественно, а это возможно. Это очень возможно. Вот, ну, наверное, начну тогда со своего примера, раз мне нужно представиться. И зрители вот так вот меня не видят, буквально. Я передвигаюсь на коляске 17 лет после автокатастрофы. Сейчас мне уже 47 лет.
И, в принципе, в тот момент, в 93-м году, ничего не предвещало какой-то очень большой перспективы в моей жизни. Все мы, да, помним, какое это было такое непростое время. Сейчас, в принципе, мы тоже живем не в простом времени. И я, наверное, буду вот так вот скакать от одного факта к другому, но логика между ними будет. И тогда непростое время, сейчас непростое время, и теперь, будучи вот уже взрослой женщиной, руководителем больших проектов, я понимаю, что весь накопленный опыт мой, моих коллег, моей организации сейчас как раз необходим в это время. И вот когда ты поэтапно проходишь все вот эти вот периоды принятия себя, личностного роста, профессионального роста, не побоюсь этого слова, это даже не для красного словца, это действительно такая ситуация, когда ты вынужден преодолевать. Но можно так, да, отойти к нашим русским пословицам, когда говорят, что дело утопающего, это спасение утопающего, это дело рук самого утопающего. Но это не из того ресурса, что ты остаешься один на один со своей проблемой, и ты должен как-то себя из этого вытащить. Нет, конечно. Приходит во время жизни, приходят люди, приходят способы, приходят возможности, приходят инструменты, чтобы тебе на этом жизненном пути получить ресурсы и вместе с этими ресурсами построить свою хорошую, качественную жизнь и еще найти силы вовлечь в это вот интересные, увлекательные возможности путешествия других людей и дать им ресурсы. И вот уже теперь, ну, на протяжении всех этих 30 лет, когда у нас уже огромные проекты, они как раз-таки являются ресурсами для тех людей, которые столкнулись со своей проблемой впервые и не знают, что им делать, как им дальше быть, вообще, как им радоваться жизни, как улыбаться в этой жизни. И на почве этого строить еще свою жизнь, учиться, образовываться, получать новые профессии, восстанавливаться физически, до какой степени можно восстановиться физически, где получить какие-то основы психологической поддержки. И вот исходя из нашего опыта, который мы нарабатывали год за годом, из того партнерства, которое к нам приходило год за годом. А это абсолютно разные способы поддержки. У нас теперь есть огромная поддержка и от Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Очень огромные ресурсы дает эта структура. Министерство соцразвития Мособласти тоже огромные ресурсы, и финансовые, и ресурсы административные. Бизнес. Бизнес тоже приходит в проекты и тоже с удовольствием работает с этими проектами. То есть сказать, что ты остаешься один со своей проблемой, нет, это неправда. На протяжении своих 30 лет, вот, ну, как бы роста, да, как личности вообще роста вот в этом пространстве, я вижу, как очень сильно прогрессирует наша структура социальной поддержки. Я это говорю сейчас там не для рекламы, не для какой-то там одобрительной позиции. Это действительно очень большой прогресс. Ну, в принципе, думаю, как развивается наше общество, как там развивается экономика, как развивается промышленность, точно так же и развиваются наши социальные структуры. И вот сейчас, ну, они все называются очень такими терминологическими формами, как там система социальной поддержки. Но это не пустые слова. Это действительно большое количество работы, административной работы, чиновничьей работы, работы НКО, а мы являемся представителями НКО, там говорят, третий сектор, но и этому третьему сектору тоже, понимаете, дают развиваться. Есть возможность получать гранты, субсидии на свои проекты. Конечно, этому всему нужно учиться. Нужно учиться, нужно образовываться. Это как раз-таки вот про то, что спасение утопающего дело рук самого утопающего. И тут можно, конечно, множество всяких подобных оборотов применить, и что под лежачий камень вода не течет. Это тоже из той же серии. Но это вот я представилась. Я себя уже, конечно, не отделяю ни от своей команды, ни от своих. Я понял, Оксана, спасибо за это представление. Значит, я хочу вас сразу предупредить. Вот
Каналы на YouTube, вот такие каналы, как у нас, скажем так, ну и на других платформах, они, конечно, привлекают, помимо того, что огромная, большая часть, конечно, наших слушателей. Это высокопорядочные, высокоинтеллектуальные люди, такая аудитория хорошая. Но в то же самое время есть, как их сейчас модно называть, значит, некие хейтеры, которые начинают там, ну, грубо говоря, стебаться по каждому слову, которое произнесено здесь в эфире. Я хочу сразу всех предупредить, друзья мои, наших слушателей просто предупредить, что вы прекрасно понимали. Ну, во-первых, они меня хорошо знают, что на протяжении многих лет мы никогда не занимались рекламой. Это первое. Мы никогда не занимались вылизыванием, скажем так, определенных вещей, связанных с чиновниками и прочее. Это второе. И поэтому то, что сейчас ему говорит Оксана, я прошу вас внимательно очень слушать то, что она говорит, потому что она говорит истинную правду, а я это знаю, что она говорит истинную правду. И поверьте мне, наша жизнь на самом деле изменяется к лучшему. У меня где-то, наверное, год или два тому назад была такая лекция, когда приехали представители предприятий там, в Сибири, там, из различного рода регионов. И, конечно, ну как, ну, обычно для русского человека, наверное, это характерно, быть всегда немножко недовольным. Как сказал замечательный русский философ Александр Сергеевич Панарин, мы пессимисты по жизни, оптимисты, то есть мы живем в пессимизме настоящего, в оптимизме будущего. То есть русский человек всегда нацелен на будущее, поэтому он знает, что будущее будет лучше, чем настоящее. И поэтому, значит, из этого, то есть это наша, наверное, такая особенность и народная черта. И вот когда я им стал говорить про то, что было сделано нами, допустим, а это была лекция 21 года, там, за последние 2 года, 19-20 год, люди на самом деле удивились. Это 1000 предприятий, это новейшие какие-то технологии. Это значит, да, не все хорошо. Но я просто своих слушателей призываю, посмотрите, по каким дорогам, друзья мои, вы будете опять ходить, говорить, да дороги безобразны. Но я вам честно скажу, раньше я в Калугу ездил, и это была пытка, в общем-то, из Москвы. А сейчас туда долетаешь по скоростной трассе, значит, там, за минимальное время. Раньше я в Самару ездил, скажем так, по 12 часов, а сейчас есть возможность туда добираться гораздо быстрее. Вы знаете, что новая трасса была запущена. И то же самое, вот, наверное, происходит, вот, скажем так, ну, вот в этом, как его назвать, да, в этом секторе, что ли, который связан с людьми с ограниченными возможностями. Я смотрю даже на улицах Москвы. Везде удобные съезды, в принципе, подъезды и там дома и входы стали оборудоваться тем, что людям было удобно, уважительное отношение, выделение соответствующих средств. Я занимался бизнесом в свое время, там были, значит, ну, определенные, как бы это сказать, квоты, что ли. Если у тебя люди с ограниченными возможностями работают, ты там избавляешься от налогов. То есть это все те самые формы социальной, активной социальной поддержки, которые на самом деле работают. Поэтому я вас очень прошу, дорогие слушатели. Не надо хейтить, не надо думать о том, что мы с Оксаной сейчас пытаемся, значит, там вести пропаганду каких-то, скажем, вещей. Мы вам рассказываем правду, и на канале «Школа здравого смысла» всегда только правду и рассказывают. Хорошо, Оксана. Вот вы все время говорите, у нас вот на реализацию наших проектов. Один из ваших замечательных проектов, насколько я знаю, это, в общем-то, помощь, то есть это психологическая помощь и реабилитация наших ребят, которые приходят из зоны СВО. Насколько я знаю, то есть одна из этих форм, причем активных. Причем все мы прекрасно понимаем, что это на самом деле очень тяжело. Ну, я сейчас просто такой пример приведу. Может быть, не все, чтобы вы как образ почувствовали. Помните, фильм такой был «Вечный зов», и там история Кирьяна Инютина, то есть, который потерял обе ноги во время, значит, войны и не захотел приезжать домой. И вот она его, значит, долго искала, а потом она все-таки нашла, а потом он в конечном итоге... А у него было такое отчаяние, что он готов был выпрыгнуть из окна. И там рядом оказалась просто хорошая там женщина, нянечка и все прочее, друзья, товарищи. То есть они его от этого удержали, фактически с окна сняли. А потом у него и дети, и семья, и хотя он, да, действительно, он был без обеих конечностей, он стал героем соцтруда, то есть уважаемым человеком и все прочее. Вот для того, чтобы вы поняли, какое отчаяние может испытывать человек, который, скажем так, ну, в молодом возрасте особенно, да, вот, лишается, ну, вот, того, скажем так, к чему мы в повседневной жизни привыкли. Я так понимаю, что вот этот ваш проект, ну, потрясающий совершенно проект, помочь людям адаптироваться. Пожалуйста, Оксана, да, извините, Да, много говорю, да. ну, немножечко отойду, да, и начну немножечко издалека. А вот сейчас скажут, что да, это Москва, что это отдельное вообще государство с отдельной,
благоустроенной средой. Я скажу, что нет, это не так. У меня очень много коллег, которые живут в регионах, в Екатеринбурге, в Новосибирске, Алтайский край. И люди тоже очень успешно развиваются, и при том, что и в личном плане заводят семьи, рожают детей. У нас, помимо прочего, еще есть отдельная программа поддержки материнства у женщин с инвалидностью, где мы вообще помогаем от момента планирования беременности. Больше мы работаем с женщинами, которые передвигаются на коляске, потому что все-таки инвалидность на коляске – это такая, ну, так сказать, зона поражения организма более серьезная. Функционал такой выходит из чата, выходит из строя. И даже в этом состоянии, то есть, возможно и иметь детей, и работать, и образовываться, и все. То есть, у нас очень закрытое информационное пространство. Вот, несмотря на то, что очень много работает и государство, и НКО, но у нас очень закрытое пространство информационное для того, чтобы общественность узнавала, что, ну, есть жизнь на Марсе, что если у человека есть инвалидность, это не значит, что он выключился из социума, что он не может достичь того уровня качества жизни хорошего, который человек обычный, там, у которого две ноги, две руки работают. И вот как раз-таки после вот этой нашей многолетней работы, а мы-то работаем с ребятами с инвалидностью, но они получили эти инвалидности в мирных условиях. И мы понимаем, что там наши психологические тренинги, наша арт-терапия, у нас тоже очень крутой комплекс арт-терапии, который кажется, что это какой-то have fun, да, что это какое-то веселье и что-то несерьезное, а на самом деле это просто вообще меняет людей. У человека настолько очень богатый ресурс, мне кажется, у русского человека это вообще отдельная история, только человек, особенно мужчины, они более зажаты, более, ну, потому что им надо быть крутыми, им надо быть сильными. А вот так вот взять, открыться и расслабиться, это же какое-то проявление слабости, кажется. А нет, это просто ресурсы, которые человек не может, не умеет использовать. А мы как раз-таки благодаря психологическим тренингам, и я хочу заметить, что это не психотерапия, это не медицинская психиатрия, это как раз-таки очень нежные и такие неосознанные психологические тренинги. Человек даже может прийти без определенно сформулированного запроса. Знаете, ну как, вроде бы принято, что ты должен осознать свою проблему, прийти с проблемой, и специалист поможет тебе решить эту проблему, наставить тебя там на путь какой-то. Это не так. Если мы не знаем, если мы не умеем пользоваться этими инструментами, соответственно, мы не можем составить этот запрос. Надо просто прийти. То есть признаться в том, что ты не понимаешь, как быть, это не стыдно. Это нормально. Мы все рано или поздно оказываемся в ситуации, в которой мы не знаем, как быть. А когда эта ситуация связана еще с тем, что у тебя появилась инвалидность, а сейчас, к сожалению, все вот эти вот последние события приводят к тому, что людей с инвалидностью становится больше. Это не стыдно признаться в том, что ты не знаешь, как дальше жить. Это вполне нормально. И ну, просто даже из обычной повседневной жизни, я вот, ну, поскольку я вожу машину, я очень мобильна и много езжу. Да, это тоже абсолютно возможно, это Вот абсолютно это вы реально. меня, честно вам скажу, это вы меня просто удивили. Вы прям вот водите машину, то есть вот так вот садитесь и ведете. Я вот передвигаюсь в обычной жизни на коляске. Ходить я не могу. Ну и, собственно говоря, это особо сильно не мешает. И пока, ну, конечно, если ты не встречаешь бордюров и тротуаров на улице. Опять-таки, живя в Москве, у нас в большинстве случаев эта проблема решена. Правда, еще существует все равно архитектурная недоступность зданий, потому что весь центр Москвы – это исторические здания, у которых должна быть там соблюдена эта историческая сохранность, и доступную среду там просто архитектурно нельзя никак строить. То есть вот с такими нюансами мы все еще сталкиваемся. Ну, сохраняем историческую память, что делать? Это тоже очень важно. Так вот, как раз-таки водить машину – это просто.
Это элементарно. И вот почему у нас, я все время смеюсь, я говорю, почему у нас не бить людей с инвалидностью на улице? Ну, потому что все заняты и все ездят на своих машинах, это гораздо быстрее, это гораздо удобнее подъехать на коляске к машине, пересесть в машину, машина оборудуется ручным управлением, который не требует вообще никакой очень сложной механической, ну, какого-то механического внедрения. Это достаточно элементарные такие устройства. На обычную машину все это устанавливается, и ты такой свободный, независимый. Так вот, я к тому, что я вот из-за того, что передвигаюсь активно на машине, я стала достаточно часто я стала встречать молодых ребят с ампутацией. Поскольку это тоже такая история для меня недалекая, у нас очень много и участников наших проектов «Люди с ампутацией», я поняла, что да, что теперь эта тема очень сильно фонит. То есть если у нас есть такое большое количество наработок, помимо психологической реабилитации, которую сейчас мы, кстати, проводим в проекте «Мудрость Филина», который опять-таки идет на средства Департамента труда и социальной защиты населения и при поддержке Единый центр поддержки участников СВО, членов их семей. Это, ну, московская, да, такая вот новая структура, которая, я думаю, что, наверное, все, кто после военных событий, участники знают о тех возможностях, которые дает им эта структура. Там определенный ряд льгот и, ну, большое, большое количество возможностей и для семей, и для детей. То есть, опять-таки, понимаете, вот в стране возникла ситуация, в стране возникла проблема. И сразу стали возникать методы, как не то, что как решить, мы теперь будем с этим жить. Давайте, да, честно признаемся, мы теперь живем вот так. Но нам надо придумать новые инструменты, как жить в этих обстоятельствах. Как этим людям вернуться в нормальную жизнь. Вот, и поэтому вот этот наш проект «Мудрость Филина», ну, это такое название родилось, в принципе, очень теплое и такое вовлекающее, потому что действительно мудрость и этих инструментов можно набраться в этом проекте. Я очень хочу рассказать о тренере, который ведет этот наш проект, уникальная девушка, ну, женщина. Просто я ее знаю уже очень давно и видела ее рост и прогресс на протяжении последних 11 лет. Аня, честная, она родилась с недоразвитой ногой с детства. Ее папа был ликвидатором событий в Чернобыле. И несмотря на то, что когда они запланировали ребенка, они как бы, ну, сделали всевозможные тесты и анализы, все равно произошло вот такое вот, что Анюта родилась с недоразвитой ногой. И вот вот этот свой жизненный период, сейчас она, ну, взрослая, прекрасная женщина, очень красивая, замужем, имеет двоих детей. Но в тот период, конечно, это был большой такой этап, ну, стереотипно, да, вылечить, сделать все возможное, чтобы компенсировать всевозможными там операциями то, чего не так. То есть общество всегда вот было настроено, чтобы исправить, что не так. А нам не нужно исправлять. У нас все так. Вот так, как оно есть, просто надо учиться дальше с этим жить. Я не говорю о том, что не нужно реабилитироваться там, что не нужно расти и развиваться, но мы, приобретая инвалидность, оказываемся в определенных условиях. А зачастую это невозможно вылечить. Но при этом, при всем, можно хорошо, качественно построить свою жизнь и жить счастливо. Вот, собственно говоря, вот такие инструменты, как этим управлять, как развиваться, вот у нас и даются в наших проектах. У меня к вам просьба. Повторите, пожалуйста, мне вот Аня, а фамилия как? Счентная. Счентная, да? Я лучше напишу, потому что... Да, вы мне напишите, я сейчас объясню, почему, потому что... Ну вот я сейчас, вы пока говорили, я сразу хотел посмотреть в... Ну, в инете, слава богу, у нас такая возможность есть, вы сразу посмотрите, чтобы что...
ну, увидеть этого человека, потому что, ну, я хочу как-то потом наше видео дополнить, может быть, каким-то сюжетом, потому что все-таки люди воспринимают все меня есть лучше, когда они, да. сюжеты про Аню тоже есть. Да. Ну, потому что помимо вот всей вот этой работы, ну, у нас, конечно же, просто за эти 10 лет уже вал проектов, и мы понимаем, что недостаточно только помогать самим людям с инвалидностью. Нам еще нужно и общество воспитывать. Конечно. Потому что общество в неведении. Понимаете, все равно, несмотря на всю вот эту активность, у нас, ну, у нас существует вот эта вот социальная реакция. Она, конечно, я понимаю, откуда она родом, из того далекого там Советского Союза, когда людей с инвалидностью у нас не было, и, собственно, и люди с инвалидностью не были, так сказать, качественно социализированы. Ну, я уже просто такими терминами говорю, потому что какие-то слова подобрать. И они как бы были немножечко за гранью той жизни, той хорошей жизни, о которой люди вот себе там мечтают, строят и планируют. И понятно, то есть это был какой-то асоциальный элемент. И до сих пор вот это, что человек с инвалидностью – это какой-то человек второго сорта, ну, я могу об этом говорить, да, потому что для меня это определенный сарказм. Это уже далеко не так. Но нам все равно еще приходится рассказывать, показывать, обучать и образовывать наше общество. Поэтому мы создаем определенный видеоконтент, который говорит о жизни этих людей, о достижениях, о преодолении. Ну да, приходится преодолевать, но просто чисто физически приходится преодолевать человеческую лень, приходится преодолевать страх, приходится преодолевать боль. Но это так у всех. Мы не всегда бываем все в идеальной физической, моральной форме. Нам все равно приходится брать какие-то духовные силы. Кто-то это черпает в религии, кто-то это черпает в близких людях, кто-то в каких-то примерах. То есть нам все равно приходится всегда брать какие-то инструменты для того, чтобы идти дальше. Скажите, пожалуйста, вот если, ну, такой, вы сейчас сказали там про советский период, ну, там на самом деле были, наверное, свои издержки и все прочее, хотя, ну, вот я рос в Дагестане, ну, давно родился, скажем так, я 56-го года рождения, я еще застал в городе, значит, инвалида войны. И людей, помните, вот были, я не знаю, но вы, наверное, не помните точно, были такие вот коляски на подшипниках, на которых, значит, люди, если они были лишены, значит, ног, они вот поедут на этих колясочках, ну, невысокие, а вот эти именно на подшипниках очень низкие, они почти по Да. земле, скажем так, ездили. Вот я их еще, скажем так, запомнил. Но я при этом помню, что к ним было удивительно какое-то трепетное отношение со стороны окружающих людей. И меня так воспитывали, и других то воспитывали. То есть все, ну буквально, я не помню там случае, все буквально всегда были готовы прийти на помощь, если эта помощь была нужна. При этом, опять-таки, социальная адаптация, может, она проходила не через какие-то, ну, как вот современные, да, там, механизмы, а вот это вот, ну, какая-то любовь, наверное, окружающих и готовность помочь их, понимание их, вот это вот, модное слово эмпатия, да, по отношению к ним, как-то им помогало тоже в то время больше существовать. Сейчас, понятное дело, все немножко по-другому, и тогда нам, в пример, ставили замечательные образцы, конечно, Запада. Я потом на Западе долгое время жил, на самом деле, да, на самом деле у них уже давно они там все эти адаптивные какие-то технологии, методики и все прочее, они разрабатывали именно для людей с ограниченными возможностями. Вот ваша оценка, к чему я веду? Вот на сегодняшний день, я понимаю, что еще много очень надо сделать, но мы вообще-то, ну, вышли на какой-то, по вашему мнению, на какой-то, скажем так, качественно новый уровень в адаптации, скажем так, людей с ограниченными возможностями, ну, с тем, чтобы они вот. Ну, есть такое, не очень мне нравится это слово, но хорошо его использую, чтобы, ну, само качество жизни, что ли, оно все-таки у них не сильно отличалось значит, от остальных граждан. То есть, вот, по Вот, вашему мнению. да, вот, очень хорошая, да, тема. Я не отвечу на нее однозначно, я, наверное, расскажу. Потому что я за вот весь период, пока своей вот этой вот жизни до 47 лет, очень много путешествовала. Путешествовала очень много по Европе, тоже как бы понять.
что происходит, как происходит, каким образом в странах вот все живут эти люди с инвалидностью, что тут опять-таки из позиции чистого любопытства, из позиции профессионального любопытства, чтобы понять, какие есть проекты и какие есть возможности, и, может быть, что-то это нужно делать у нас. Я вот очень много поездила, вот честно. И однозначно я пришла к выводу, что мне не нравится жить нигде, кроме как в своей стране. Потому что, во-первых, та моральная поддержка, которая веет вообще с любого места, куда бы ты ни пришла, восприятие тебя вот как человека с инвалидностью, как женщина. Да, это есть этот акцент, есть. Но именно у нас в России он вот такой родной, в Европе такого нет. Абсолютно. Ты, ну, даже не то, что ты на равных правах. Ты как-то чувствуешь, во-первых, хочу сказать, что точно там 100% доступности, на которую все, так сказать, делают акцент, что там эта доступность лучше, доступность жизни, доступность архитектурная, транспортная. Нет, неправда. Точно так же, такое же большое количество сложностей. А доступность уровня жизни у людей с инвалидностью, самореализации, она у них очень скучная. Очень скучная. В России такое огромное количество возможностей для того, чтобы реализоваться творчески, реализоваться, обучиться, там, учиться в университете. У нас есть, блин, сейчас я опять начну перечислять все вот эти вот плюшки, которые дает наше государство. То есть возможность бесплатного высшего образования для человека с инвалидностью. И у меня вот сейчас девочка, которая тоже участвовала в наших проектах, она пошла учиться во второй мед. Ну, она на коляске передвигается, да, то есть вот у нас все сейчас высшие учебные заведения поднастроены под то, чтобы человек с инвалидностью не сталкивался с проблемами архитектурной доступности и мог получать высшее образование. Школа сейчас, да, у меня дочь 18 лет, как, соответственно, пока я там была там, в садике и в первой школе, конечно, у нас не было этой доступности, я плевалась, чертыхалась, но все равно лезла по этим ступенькам. То есть вот это прошло. Опять-таки, да, то, что мы сталкивались, люди с инвалидностью, с этими трудностями, о них говорили постоянно, это все слышат, и это все меняют. То есть сейчас все, вот, все что было раньше недоступно, вот даже в моем районе, я живу в Солнцево, сейчас это все переделано. Абсолютно все переделано. Все совсем по-другому. И опять-таки, это не только в Москве. В регионах тоже все эти возможности развиваются и строятся. Потому что у меня очень много активистов, которые с инвалидностью, которые живут в дальних регионах, и этот процесс они тоже толкают. То есть это опять-таки вот это вот спасение утопающего, дело рук самого утопающего. Это работает. Но помимо этого мы оставляем это все, ну, мы уже такое поколение таких долгожители, да, вот в этой, кто первый, так сказать, был на этой передаче. Очень много людей с инвалидностью вот занимаются как раз такой активной общественной деятельностью. То есть мы не только живем свою жизнь, но также мы еще провоцируем наше государство, чтобы оно воспринимало, слушало наши сложности, проблемы и принимало их для ну, принимало меры для решения этих проблем. И эти программы разрабатываются. Конечно, они не остановятся вот прямо сейчас, что ой, все, мы все хорошо сделали. Конечно, работы еще много, но она идет. Понимаете, за 30 лет своей жизни на коляске я уже вижу такой колоссальный прогресс, того, чего даже мечтать было вообще невозможно, просто такой фантазии не возникало в голове, потому что я не понимала, что это может быть так технически. А сейчас все это есть. Очень крупные реабилитационные центры, хорошо оснащенные, готовят специалистов. Блин, ну я говорю, сейчас опять все это буду перечислять и загинать палки. Ой, пальцы, простите. Хорошо, чтобы не водить, чтобы не скажу так, не, чтобы не загибали палки, скажите, пожалуйста, а
Вы сталкивались с ситуацией, ну, такой, это же не праздный вопрос. Вы сталкивались с ситуацией, когда, скажем так, вот все вот эти вот меры, там, туда-сюда, там, поддержка и все прочее, ну, она как-то, ну, скажем так, человеку не помогает. И что тогда включается? Вот это для меня и для вот Романа, мы когда с ним как раз таки говорили, вот он очень много говорил именно про дух, то есть про то, что вот он настолько был вашим вот этой вот силой духа, да, вот мы же часто употребляем слово «сила духа», да, что это такое? Как-то, может быть, там не понимаем, поскольку сущность такая абсолютно иррациональная. Вот вы сталкивались с тем, что вот человек, все, ему сложно преодолеть, ну, скажем так, те сложности, которые он столкнулся в жизни, и что помогает тогда в конечном итоге? Вы уже сказали, да, что это значит там и любовь близких, и значит там общество как-то помогает и все прочее. Религия, да, там возврат к религии. А вот самое главное, по-вашему, что в конечном итоге у вас, 17-летнюю девчонку, безусловно, красивую, потому что вы и сейчас очень красивая. То есть, вот когда вы столкнулись с тем, что вы, ну, грубо говоря, то есть вы сейчас не как все, что в конечном итоге дало сил все преодолеть, всего добиться, и вот у вас дети, я понимаю, и девочка 18 лет, значит, и в институт поступает, и все прочее. И вот жизнь состоялась, и мы знаем, как говорим, многих, которых и никак вроде бы там не задела судьба, а у них они инвалиды, извините, пожалуйста, душевные какие-то, понимаете, то есть это вот, извините, да, за эмоциональность излишне, но вот так. Это нормально. Ну, я вот сейчас, да, прослушала вопрос. Я думаю, не было у меня какого-то рецепта или какого-то ответа. Вот я сейчас подумала, это любопытство. Вот сначала это любопытство, а потом затягивается процесс, а из этого процесса вырастает ответственность, а из этой ответственности вырастают круги коллег, еще чего-то, эта ответственность нарастает. И вот и тут ты, понимаете, это получается такое колоссальное количество энергии создается. И вот когда вот эта энергия создается, ты понимаешь, что, ну, ты уже не можешь остановиться, и ты понимаешь, что какие-то вещи, если ты не сделаешь, этого не сделает никто. А ты вот должен сделать. Это, ну, не хочется какими-то такими пафосными, словами называть, но человеку нужно определить свою миссию. Ты не сразу это понимаешь, но ты поймешь потом. У каждого есть миссия. Правильно, мне очень важно, потому что я там читаю иногда лекции о смысле жизни, там еще что-то, и там что-то выступаю, сейчас с вами поговорил, думаю, чего я выступаю, что я там говорю, да? Мало чего в этом, наверное, понимаю, но по сравнению, общество с вами. Оксана, говорить с вами могу, конечно, очень долго. Вот, но мы с вами так договорились изначально, что мы не будем перегружать, скажем так, информацию наших замечательных слушателей. Я хотел бы еще раз просто вот это вот подчеркнуть и нашим слушателям, и, ну, тем остальным, которые, может быть, посмотрят эту передачу в конечном итоге. Вот я всегда, ну, как бы это сказать, вот перед высокодуховными людьми ты понимаешь, с чем ты сталкиваешься. При этом это не... Вот вы не хотели пафосных слов, а я как... Теперь я имею право сказать, да, об этом, то есть, вот. Еще потому что я точно знаю, да, вот как-то, что вот если человека есть, вот как вы сказали, миссия, если у него есть осмысленность, если он понимает ради чего, если он понимает для чего, скажем так, если он нацелен вот на достижение таких вот замечательных совершенно каких-то вот рубежей в своей жизни, то все в конечном итоге получится. А тех из наших слушателей, кто столкнулся, может быть, с какими-то проблемами, ну, подобными, да, вот, о которых вы говорили, имейте в виду, что есть такое замечательное совершенно сообщество людей, которые всегда протянут руку помощи, потому что они знают, во-первых, как ее протянуть, знают, чем помочь, как помочь,
И поэтому вся информация о вашем фонде и о ваших друзьях мы поместим под этим видео, поэтому, пожалуйста, имейте это в виду. Вы в этом мире не одни, вас в этом мире окружает любовь, будущее будет прекрасным. Оксана, спасибо. Спасибо вам огромное за этот разговор, за эту беседу. Я очень надеюсь, что мы продолжим наше с вами общение. Я жду от вас видеоматериал. Мы эти видеоматериалы с удовольствием разместим у нас тоже на канале, чтобы люди воочию видели, да? Да, да. Но еще нельзя, то есть это будет интересно, это будет на самом деле ну и познавательно, и это всегда дает надежду, на самом деле. Это всегда дает. Спасибо огромное, Александр, за приглашение, за возможность. Вам спасибо. Дорогого стоит. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго.